Вот еще немножко поснимаю, как здесь сделано красиво все. Вот эти пальмочки. Ну это карликовые пальмы, они большие не растут, я думаю. Вот это же вида. Я думаю, лет 30 и то. Это лет 10, наверное, пальмы карликовые. Вот. Ну, ко всему полив подведен. Все растения не поливаются, никто здесь шлангом не ходит, не поливает. Здесь немножко видно. Питающие эти водой шланги. Ну, само собой, здесь озеленители работают. Это здесь востребованная профессия. Вот эти вот суккуленты посажены. Сейчас декабрь месяц цветут. А летом тут вообще, тут в принципе не прекращается цветение круглый год. Что-то все равно цветет. Вот это, конечно, очень красивое декорирование это сделано. Вот это все. Декоративные камни. Это натуральный туф. Здесь площадочка для отдыха тоже такая сделана. Супер. Ну, мне нравится. Вот. Ну, получается, если ты не останавливаешься постоянно в этой гостинице, то здесь за вход нужно заплатить $25 за то, чтобы здесь вот день находиться в бассейне. А если ты постоялец, то тебе платить не надо. Вот за этим заборчиком получается уже гостиница. Тут тоже вот эти площадочки. Мне нравится здесь, что здесь есть мангалы снаружи. И постояльцы могут жарить здесь мясо. Вот его немножко видно, вот тут вот, вот. Вот этот мангальчик. Сейчас я сниму сверху немножко. Вот это барбекюшница. И практически перед каждым номером вот это есть. Вот ты можешь здесь сделать, пожарить мясо. Столик стоит. Раскрыть вот этот зонтик, раскрывушка. И все. Ну, все так, конечно, по-хозяйски сделано все. Сливы, подсветки, крыши, сливные желоба. Все сделано правильно. Бетонировка. Вот это же как строитель. Вот это тоже мне нравится. Вот это зданица построена просто. Как сделано? Классно крыша. Вот это водосливный желоб, да. Ну, это асфальтовая крыша, это с бумаги. А мне понравилось, как сделано вот это вот. Вот эти балки выпуска сделаны декоративные. Вот обратите внимание, что концы обиты жестью, чтобы не гнили. И там вот эти водосливные, вот этот серый водосливный желоб, вот она вода стекает. Это вот где соединяется, они не могут соединиться на балки. То они сделали проставочку там жести такого же цвета. А на крыше получается накладка. И вода на балку не текет во время дождя, в принципе. С крыши. Имею в виду, только в желоб стекает. А на балку, наконец, попадает только та, когда... Только которая реально дождь на нее попадает. И уже... А тут она уже защищена, эта жестянка. То есть, ну, классно.